Ребят, посмотрите, какую прелесть мы готовили сегодня. Это мясо, которое можно подавать на праздничный новогодний стол. Говядина под хрустящей корочкой из фисташек, вяленых помидор, каперсов и черных оливок. И дополняет очень красиво, конечно, зелень и ягоды красные. Очень празднично, очень нарядно. И мясо просто сочнейшее. Сейчас мы вам расскажем, как его готовить. Я думаю, что ваши гости будут довольны и рады. Начнем мы приготовление с нашей корочки хрустящей, которая будет на мяске. Нам нужны фисташки. Мы их снова очистили при помощи горячей воды. Сняли шкурку, она очень легко отходит. И теперь нам нужно их подробить. Они мягенькие, это очень удобно. Отодвинули в сторонку и теперь нарезаем черные оливки на тонкие кружочки. И теперь нарезаем помидорки вяленые в масле на кусочки, удобные нам небольшие. Готово. Что мы делаем дальше? Теперь мы все это отправляем в размягченное сливочное масло вместе с панировочными сухарями и каперсами и хорошенько перемешиваем. Добавляем немножко соли, только следите аккуратненько, потому что помидоры уже соленые, вяленые, и каперсы тоже, хотя каперсы сюда нужны, которые не в соли. И еще раз перемешаем вместе. Готово. Теперь займемся мясом. Наши кусочки нужно слегка присолить и поперчить, и промассажировать. И теперь отправляемся к плите. Теперь мы хорошо разогреваем сковороду, наливаем сюда немного оливкового масла и будем обжаривать мясо по минутке с каждой стороны. Так, все, минута прошла, и мы перекладываем мясо в форму для запекания. Вот так. Добавляем еще немножко масла. Будем обжаривать следующие кусочки. Пока жарится у нас кусочки вторые мяса, мы нанесем нашу начинку на те, которые уже пожарились и горячие. Теперь отправляем эту красоту в духовку в режиме гриль минут на 5 до золотистой корочки. Желаем вам приятного аппетита. Готовьте по нашим рецептам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы будем радовать вас еще больше. Всем пока-пока.